Итак, всем привет. Вот мы поставили иглы, достаточно длинные, 10-сантиметровые, в ягодичные мышцы. Вот это вот грушевидное идет, видите, вот верхний пучок. Вот, доходим. Ну, примерно на 7 сантиметров где-то ушло. Это нижний пучок касается. И сверху поставим вот такие полынные моксы, чтобы было тепловое прогревание прямо туда, поглубже, в саму мышцу. Главное, чтобы она вот не упала. Вот такие вот они продаются, да? А вот это в среднюю ягодичную. Так вот тоже попали до упора. До упора не обязательно, если больно, да, то можно немножко приослабить, повыше поднять. Оп. И делаем вот такие моксики называются. Полынь тоже полезная, она будет тлеть. И процесс пойдет вовнутрь. Отпускает сразу спазм, иногда буквально за один сеанс. Время, чтобы держались. Так, ну уже не больно, да, тебе? Больно, я просто терплю. Нет, чуть-чуть на самом деле чувствуется, что да? Там мышцы как камень. Просто сама мышца напряжена, они от иглы, да? Да, да. Боль не от иглы идет. От напряженной мышцы, которую я вот сейчас чувствую. Внутри. Мы попали прямо в триггер. Представьте, мышцы идут из волокон таких, да, и вот одна из волокон, она распухла. Вот это вот спазм. Мы как раз в этот узелок и попали иглой. Теперь мы это все поджигаем. Махмуд, поджигай! Соответственно, до этого все протерли спиртом, так что все стерильно. Не беспокойтесь, руки тоже протерли спиртовым раствором антисептическим. Все одноразовое, естественно, дезинфицирующее, безопасное, стерильное. Будем сейчас наслаждаться запахом полыни. Ну, кстати, да, мы вот только что до этого человека ставили где-то его 40 примерно, там полыни было побольше. С ними пониже, чтобы было видно дымок. Поколдуем так немножко. Ах, это запах. Ну вот, буквально подождем минут 7-10, да? Оно пройдет прогревание вниз. Мне кажется, я уже чувствую тепло. Пошло тепло, да? Угу. Вот, вот, уже пошло тепло. Это не больно, потому что это не открытый огонь, да? Некоторые вот делают неправильно, они поджигают саму иглу. Получается, игла нагревается слишком быстро, да? И может там обжечь. А полынь, она вот, главное, чтобы не упала, и все идет нормально. С вами был Олег Алабудин, и если вы не с нами, то много теряете.